Ребятки, привет. Это у вас не со зрением что-то плохо. Это у нас опять сломался телефон. Смотрите. Не, ну видно. Ну как? Ну смотри, как будто 3 года назад это все было или сколько. Мы ж на него снимали и все было в порядке. Вот. Сломался телефон, ребят. Так что будем теперь снимать очень короткие видео. Будет многосерийный у нас, короче, фильм, потому что монтировать не получается. Смотрите, что у нас сегодня, я думаю, будет за серия. Вот этот конус у нас стоит уже, Санек, если ты посмотришь, я его ни разу, извини, братан, ни разу не использовал. Я все время ждал, хотел видос снять, ты понял, про него. И как-то все никак не получалось. Я его даже разбить успел, крышку, ты видишь? Чуток пострадала. Ну ничего, я сделаю другую. Но сегодня мы запустим, наверное, без крышки или с этой вот так аккуратненько, чтобы не брызгало. Ребят, смотрите. Санечек мне подарил конус когда-то. Вот. Он ждал этого часа, видимо. Тут у нас уже всякое такое, хлам. Ну, мы сейчас уберем это все, помоем и будем делать Артемию. Потому что до сих пор не все знают, как делать Артемию. Нет, она всегда получается, если хорошая. Вот мы купили 2 килограмма, плохой. И по 400. Не по 300, а по 400 почему-то. Вот. Ну, будем сейчас ее, короче, заделывать. Все, ребятушки, не знаю, сколько это минут. Вот такие короткие видосы будут. Часть первая, часть вторая, часть третья. Потому что по-другому никак не получится. Все, спасибо, что смотрите. Сегодня прочитал несколько комментариев. Спасибо вам огромное, ребят. Вот, и поэтому я решил снять видос. Ну а что, видите, как все плохо видно? Я не знаю там вообще, что сейчас происходит. А то сломался телефон, бедолага. Ну ладно, я думаю, что все будет в порядке. Поехали.